А знаете ли вы, что такое Эверест? Как гласит наука, это самая высокая гора на планете, вершина которой находится на высоте почти 9000 метров над уровнем моря. Она входит в горную систему Гималаи и лежит на границе между Китаем и Непалом, поэтому совершить восхождение на нее возможно из двух стран. Свое название легендарная вершина получила в честь англичанина Джона Эвереста, возглавлявшего службу геодезии Британской Индии в середине 19 века. Первыми покорителями Эвереста стали новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей, поднявшийся сюда 29 мая 1953 года. А итальянец Райнхольд Месснер и австриец Питер Хабелер в 1978 году впервые поднялись на вершину без кислородных масок. Американка Стейси Эллисон стала первой женщиной, покорившей Эверест 29 сентября 1988 года. Всего здесь побывало более 4000 альпинистов, причем ежегодно вершину штурмуют до 500 человек. Однако достигают ее далеко не все. По разным данным, при восхождении на Эверест погибло от 150 до 200 человек. Почти все тела погибших альпинистов навсегда остались на месте гибели, что вызвано не бездушием их товарищей, а невозможностью спустить умерших вниз. Для людей это физически нереально, не может помочь в этом даже авиация.